В Московской области проходит серия брифингов, посвященных социальной газификации. Генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов отвечает на вопросы жителей городских округов и журналистов. Очередь дошла и до Люберец. Встреча состоялась в зале картинной галереи. Конец лета – время подведения итогов. За этот сезон в Подмосковье построили 444 километра газопровода, догазифицировали 450 населенных пунктов. Отчет о проделанной работе предоставили на юбилейном 50-м брифинге, посвященном президентскому проекту. В пятницу у нас юбилейный населенный пункт, 2000-й по президентскому проекту. Это будет населенный пункт Решетниково в Клинском городском округе, где мы вместе с жителями подведем итог газификации Решетникова. Что касается городского округа Люберцы, то здесь работы выполнены на 60%. 10 из 17 населенных пунктов догазифицированы. Жители муниципалитета подали 351 заявку на комплексный договор. У нас 7 осталось населенных пунктов. По каждому есть строительно-монтажные работы, график. Вы тоже можете с ним ознакомиться. Эта информация есть на сайте Мособлгаза. Есть в городском округе, в администрации, поэтому все предельно понятно, и мы стараемся в этих сроки работать. Отвечая на вопросы жителей, Игорь Баранов пояснил, что в президентский проект социальной газификации входят домовладения, которые зарегистрированы в границах населенного пункта. Для дачных или садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных за его пределами, такой программы пока нет. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.